Да забей уже. Олег, тебе пришел Симон? Да, подожди. Я раздам кресты и отойду. Каски кто бафал? Багель? Не укроп. Не назначал. Че, прото растет? Ну потом уже. ДЦ есть. Ну ДЦ-то во тьме будет. Ну да. Давай, ворвусь, вот вытянешь. Нужно сову взять 6К. Бери. Ну, понятно, вообще. Ну, новичок по общению вроде нормальный был. Но тактик тоже не помнит. Седли и Багельф пока распределите, каски, кулаки, прото, кастаура и правосудие, света, мудрости и фридом 1-2. Пишите только ВКонтакте или в РК именно пишите, что уже надо заходить. ВКонтакте? Ну да, или просто здесь написать в РК. Окей. Вань, тут? Да, там ничего. Что? Да, погнали, там вроде на тебе никого нет. А? Угу. Ты командир, я всех сажу там. Лайф в рейды не ходит? Нет. Кто? Лайф Стин. Он не играет вроде, давно заходил. Он сейчас в чатике пишет. Да не, он уже больше года не играет. Сейчас в чате пишет. Ну и что? Ну и что? Он пишет, он в рейды не просто. Ходит. На Сиперского попробуем. Так Ракшас тоже год уже не ходит. Сегодня только был рейд, год спустя. Маги стол поставьте сразу. Поставьте шкаф, суманите с собой вторая пати.
Давайте сразу повысить бафы все по ней. Свету Вольгаримс будет, да? Не знаю, наверное. Если ДПС много, походу и третьего хила придется спекать. Че, кто-то ну, вообще там кто-то в объяве видня, что после резки будет еще одна резка, что там где-то не охвались особо. Да около ки махает. Ханту кулак. Все готовы, начинаю. Я танчу основу, пол-литра первую копию, утру вторую. Так, а кого нам во тьму засунуть? Ну, либо третьего пристали. Поворот. Начинаю. Цирк приехал. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Вроде и выйдется дамаг, да? Ну да. Сильнее страдание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Вдвое сильнее страдание. Слава. Это съебался, хоть рис не меня теперь. Так там уже кастует шаман. Да. Все, рис. Спасибо. Святилище считалось неприступным.
Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. АДК, баф обновите все. Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Пристабав дать точечно по пол-литре. Была кладка яиц в святилище. Тут тоже на Халёне разбавка. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне не верю. Слуги, обратите их в пепел! Утром ближе стань. Да я достаю нормально. Тут кто-то Миришеви на мейн спек роет. БДшный, вот это вот на мейн. Я прото перебафую тогда. Да, перебафы прото всем, и кто не бафал кулак из ретриков, тот бафает каску. Так, тьму танчит пол-литра, свет гелд, мелкий трэш утроп, бахилам, воет на бахилу и кун, или кон, не знаю как коны. Хилят тьму, кун хилят тьму, Реневал и Вульгримс хилят свет. Багельф, ты тактику не знаешь, да? Мне тут что-то паладин накидал, вроде понял. А что бы не спало? Ну, главное, чтобы там у вас две ауры были, и сосредоточенности разными джагами, чтобы били. Фридом и кидай, смотри на полпути, если у тебя есть рейдфреймы, смотри просто, на кого кидается метка, смотри, как он выбегает с рейда, на полпути кидай ему фридом. Ну и, то есть поочередно, одной метки один, другой, как вы там распределите. Ты со связью, я слышу, Варка, если что там, говори там, если прослакивали, что такое, ну, короче, разберетесь в этом, я думаю. А, ну и тоже скажу, там во тьме метка, если одновременно с метеором ее несешь, с метеором, с лезвием, ее несешь немного ближе к морде. Если позади некуда выносить метку, немного ждешь, допустим, и лезвия начинаются, немного ждешь, чтобы лезвия прошли, и выносишь в свободную зону, то есть ближе к морде. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать больших. После первой фазы тьму диспелить ДЦ, ну и первую фазу, то есть все диспелишь, где находишься. Третью фазу свет диспелит марки-фырки, пусть подиспелит, плюс они, если подиспелишь. Окей, по инерам две совы, на второй фазе заливаете Нугахилу, на третьей фазе Вульгримсу. Код заливаешь всегда в Ульгримсу ману. Начинаешь там на второй фазе и по КД. Олег тут уже? Двигается. Чек на готовность. А, да, тут. Не слышно, наверное, было. Могу пойрелить, если нет. Вот с меня. Ну давай я попробую, если что, потом порылишь.
Все готовы? Давайте заходите за линию. Какая тьма? Первая пати. Первая пати 5 миликов. Тьма. Два фурика. А, и повороте еще. Так у нас фуриков не хватает, много миликов. Два фурика, два ретрика и повороте. Вань, иди начинай. Этот кот, ты знаешь, что делать? А, ты подачу, я вяжу тьму, танчу. Ну, ты и начинаешь. Да. Да, давно не танчил. Вот, ты не забывай бить трэш размахом, следи за бро только. Близко не стойте, утроп метка. Перебежали. Будет метка. Перебежали. Кун метка. Подожди секунду, не заходи. Давай, заходи. Рейд, за что заходить во тьму? Взрывом разума бейте, присты. И всю третью фазу бейте тоже взрывом разума. На Эванесенс ты должен был заходить в тьму, но уже не заходи. Сейчас не надо. Заходить. Ну, во тьме поговорите тут. Чуть поворачивай, поклонись. На следующую метку справа, а той, что позади вас. Следующая метка не будет совпадать с лезвием, просто положите рядом. Все два. Ловил. Нет, портал. Сзади портал. Свету рост. Перебежали. Эванесенс метка. Во тьме дали рост. Ну прожми раскол. Беги, малышка, беги! Я пока не могу.
Смещайтесь, смещайтесь на танк метеор. Свет, стоп, не бейте босса. Марки, фырки, вижу. РД большого, сова, бей большого, голема. Подальше от босса отойди. Сакру дай. Перебежали. Ванесса, сдавай гимноману, вырубим с тотем. Дай гимноманы. Беги, малышка, беги! Перебежали. Юзаю, прожимайся. Что это? Бля, вы чё, вы чё? Блядь, не скликнул, ёб твою мать. Перебежали, перебежали. Я тут в эту сторону разверну. Пробуйте добивать. Аккуратно, лезь, останьте там в ряду, как войс стоит. Нормально тут во тьме. Гимноману залейте инерш этому хорипалу. Сейчас маны нету. Бейте трэш, все бейте трэш большого, РДД, все РДД большого, мелкие. Добиваем на трэш, потом не добивать босса. Не бейте босса. Свет, не бейте босса. Перебежали. Не бейте свет. Я не знаю, там. Зайдите кто-то во тьму. Ну все. Падаем. Кто это был? На ком, я не помню. Да понятно, там 82. Метка была на Трисе. Метка на мне была, но не я дисплейна. ДЦ сказал в РК, что не скликнул. Я еще подумал, это я, блядь. Иннеры распределили дроид? Да, я говорил. У кого ты ЕП получаешь, ДЦ? Он богохульненько, блядь. Я забыл написать. Ну, на третьей фазе три инера было у Вильямса. Да он вышел, когда свет сразу вот этот написал. Что у него маны нет. Кот, на второй фазе заливай ему и на третьей как откатывается. На второй фазе посмотри, как он просядет где-то до 80% маны. До 80-85% и заливай ему сразу ману. Можешь его в фокус взять вообще, чтобы все время мониторить его ману. А ты сам, Бульгрим, с первую вторую фазу старайся, ну, экономить ману. Не сливай ее, ну, в оверхил.
все готовы, за линию заходите. Начинай, Ваня. Вары пожимаешь жду крови, да? Это у меня миск пил был. Да ты сразу всегда начинай с притяжки. Перебежали. Сара из ног. Крикните на хп. Перебежали. Не было метки. Да-да. Хан побежал. У меня даже анонса не было, что... А, тщательно бежу. Ёбаный стыд. Поговорит. Войт, поднимай его. Бейте Халёна, сейчас фаза будет, метеорит будет, бейте Халёна. Не успеваем, заходи сразу. Метку бейте. Рейд, заходите. Взрыв. Вара-то ребахнуть, каскинет. Заходите. Заходите. Спыл? Я себе. Бак. Падаем. Угу. Ну, кстати, давно его не было. Че он? Опять вернулся. Или это агро было? Не, бах. Ты всегда был против этого. Просто дыхание багнулось. Ну, я только никчема заметил. Давненько не видел. Не, ну я не был в целка. Я то, что ну, пару месяцев уже вроде не было его. Вырезки не было давно, но... Ага, вот ты покупатель!
повороте. Все готовы? Заходи за линию. Начинай, Ваня. Утроп, метка. Перебежали. Цель, метка. Метка. Перебежали. Улетаем. Заходи, Вань, сразу. Умеете взрыв разум? Умеете заходить. Неси, неси до стены. Резвый пока не будет. Сейчас только поймешь. Заходить. Кликните на хп-вары. Они нормально, нету резвы, не носи. Вообще два. Перезабыли их вам. Все-таки. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Давайте расцветим. Перебежали. Во тьме рост. Оптимус метку. Бежали. Свет, не бейте босса.
эти маны во тьме. Шаман. Перебежали. Каплю давать? Да не знаю. Не бейте босса, добивайте трэш. 50 станет, бейте босса, он будет на мне. Перебежали, бейте босса. Ой, ты на РКД? Вы уже в рейд выбор, а нормально. В повороте огру. Ты рано пол. Перепух, подними его. Перепух, подними Алдерана. Ладно, Дмитрий, подними Алдерана. Никто из вас поднял, перебежали. Все, добивайте босса. Трэш не трогаем, только босса. Бейте все босса, трэш не бьем. Пойдет. Господи. В принципе, там вайпы такие, первый из-за ошибки, второй из-за бага. Ты на тебя лутер. Чешку рульте. Улетаем, да? Все шлятинки не надо. РДД наруче. Еще одна будет? Не знаю. Боты нужны кому вообще? На офспек возьму на НХ. Ну если не нужны НХ, то вроде он флог. Еще на офспек нужно кому? Если надо рулить. Они бисовые на НХ? Да. Ну да. Танков нет уже. Может, это игра повысила на 20. Не, ну танки есть. Воид, я и точняк, допустим. Да все есть, блядь. Что такое? А, ну, точняк сейчас нас... был на ВДК, все норм. У нас все равно, мне кажется, людей не хватит. Давай, хорошо, я призаду сейчас попробую собрать. Самый ИП первый с трудом собрали. Ну, заходите на ИП. Джерин пришел, сейчас затенчил, захилил за мной. Кун, ты на другого получаешь? Этот кун, да, на богохульника. Сейчас я прижимаю.